тут коньяк, погоди. Не портим интригу, ну не портим. В этом году, в сезоне 2018-2019, чемпионами студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга стала команда «Волга». Государственный электротехнический университет. Пацаны, спасибо, что наши чемпионы, да. Большой Никита, Верховцев Максим, Воропаев Андрей, Ефремов Никита, Кузьмин Василий, Лисюк Вадим, Муратов Даниил, Овчинников Никита, Амелюк Антон, Пошелюк Артем, Пугач Станислав, Салбагаров Артем, Смирнов Александр, Хван Вадим и Шаяхметов Марат. И еще раз, чемпион Санкт-Петербурга, 18-19, команда «Волна»!